Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, коллеги. Как меня слышно, видно, пожалуйста, дайте мне обратную связь в нашем чате. Если все хорошо, просто поставьте один плюсик или несколько. Для меня это будет сигналом, что меня слышно, видно хорошо. Рад приветствовать вас на вебинаре по партнерской программе компании Skyway Capital. Я вижу, что у нас есть Санкт-Петербург, северная столица России, Израиль, Киев, Одесса. Очень рад, что, скажем так, география, ну, скажем, достаточно широкая, да? Вот. Есть ли среди вас те люди, которые, ну скажем, до конца не владеют информацией по маркетинг-плану компании Skyway Capital? Потому что, по сути дела, партнерская программа – это инструмент, который позволяет сегодня людям зарабатывать денежные средства, не дожидаясь выхода группы компании Skyway из технологии на мировой транспортный рынок и не дожидаясь инвестиций, точнее, не дожидаясь дохода от тех инвестиций, которые вы делаете сейчас. Причем действия, которые необходимо делать, чтобы этот доход у вас был на сегодняшний день, они просты. Вот. Поэтому еще раз задам вопрос, есть ли те, кто до конца не разобрался, и, наверное, еще параллельный вопрос. Поставьте цифру 1 те, кто не понаслышке знаком с системой получения дохода в программах MLM-компаний. Вот. У нас огромное количество людей, которые стали инвесторами в проекте компании Skyway Capital и группы компании Skyway просто с целью инвестирования нашей технологии в дальнейшем получения дохода, и у многих из них есть предвзятое мнение по отношению к получению дохода именно по системе MLM. Но, тем не менее, руководство компании пошло сознательно на тот шаг, чтобы предоставить людям инструмент, да, для популяризации нашего проекта, для популяризации и распространения информации о технологии Юницкого, о том, что можно стать инвестором и получить серьезный доход, предоставило возможность зарабатывать деньги по партнерской программе, создав вот этот маркетинг. Причем это не первый маркетинг, да, у нас, наверное, третий вид. Потому что когда была одна компания RSO System, он был в одном варианте, в принципе, сохранился сейчас там, да. Далее у нас был маркетинг, который изменился в начале 2016 года, и он есть такой, который есть сейчас. В марте были дополнения. Вот. Да, Мария Павловна, то есть вы задали вопрос, одинаков ли маркетинг в корневой и в капитале, он разный. Вот. Где-то поначалу он немножко похож, но тем не менее отличается, ну, наверное, значительно отличается. Да? Если вы хотите и вы являетесь активным человеком, и вы строите широкие структуры, то есть смысл присмотреться к тому маркетингу, о котором сейчас пойдет речь. Причем мы можем с вами двинуться, скажем так, просто рассказ, да, я кратко могу рассказать слайды и рассказать, что и как, а можем сделать по-другому, скажем, как я делал на предыдущем вебинаре, наверное, на последнем перед отпуске. То есть я могу показать короткий ролик, где кратко расскажется о маркетинге, потом ответить на ваши вопросы. Вот, ну и уточнить какую-то информацию. Да. Что хотел бы еще сказать, что действительно проект компании Skyway Capital он необычный. Почему? Потому что мы имеем отношение к инвестициям, да, то есть и в последнее время, я думаю, большинство, ну, огромное количество людей начинает слышать по телевизору, в интернете появляются эти слова, то есть инвестируйте в какие-то проекты, становитесь финансово грамотными и так далее. Да. Второе, у нас есть технология здесь, то есть вы инвестируете в тяжелую технологию, которая у которой очень серьезные перспективы развития, и вы слышали от Анатолия Эдуардовича Юницкого, что 30-50% всего мирового транспортного рынка в недалеком будущем это будет наша технология. Соответственно, взвешивайте. Вы сегодня можете проинвестировать какую-то сумму, какие-то денежные средства в технологию, да, в рынок, в котором крутятся триллионы долларов США, многие миллиарды триллионы долларов. Вот. И представьте, 50% этого рынка, да, пусть даже 30%, вот, будет занимать технология Skyway. Вот. И я могу сказать следующее, что вот на сегодняшний день, если мы возьмем рынок IT-технологий, та же компания Apple не владеет 30% этого рынка, да? Но те люди, которые на начальном этапе приобрели, стали совладельцами этой компании, сегодня мультимиллионеры, миллионеры и миллиардеры. Вот. Здесь речь идет о 30%, 50% мирового транспортного рынка. У нас есть технология, и у нас, плюс ко всему, еще есть партнерская программа, которая вам позволяет зарабатывать деньги, не дожидаясь момента, как я сказал, выхода на мировой транспортный рынок технологий и на мировой рынок инвестиций, на мировые финансовые рынки с теми пакетами долей компаний, которые вы сегодня можете приобрести. Что еще хотел бы добавить? Да, вот, в принципе, те из вас, кто не понаслышке знаком с миром MLM, как происходит, как правило, как складывается ситуация на этом рынке? То есть вы становитесь партнером какой-либо компании, у которой есть перечень товаров либо услуг, да?
То есть компания вам предлагает стать ее клиентом. И если вы помогаете компании создавать товарооборот, она вам тоже по своему маркетинг-плану выплачивает денежные средства. Но вот стать совладельцами, скажем так, той компании, либо, скажем, какой-то линии продукции той компании, вы не можете, по крайней мере, на начальном этапе. И существуют единицы компаний из мира MLM, которые предлагают своим партнерам стать совладельцами компании уже после того, как они построили многотысячные структуры и после того, как они сделали многомиллионный товарооборот, по сути дела, для этой компании на рынках, где они работают. И только тогда у вас появляется возможность либо выкупить по льготной цене какое-либо количество акций этой компании, да, либо кому-то дарят в подарок, но этих компаний единицы. Здесь вы делаете первый шаг, и если вы сразу приобрели себе, например, пакет акций нашей компании, вы уже стали совладельцем технологии. Ее продукция – это технология. И когда эта продукция пойдет на рынок, да, вот, вы начнете получать от этого доход. Мы можем взять любую компанию с любым названием из мира MLM. Да, это представьте, что вы стали инвестором этого проекта, который потом начал работать в 6, в 10, потом в 30, в 50 странах. Эта продукция пользуется спросом, и тот, кто стал совладельцем, по сути дела, на каждый проданный там тюбик чего-то, там коробочку чего-то, да, либо карточки на заправке на каких-нибудь СС, вы получаете доход. Вот это происходит у нас. Вот. Ни в одной MLM-компании фактически такого нет. Поэтому маркетинг-план, его нельзя назвать там самым уникальным и самым универсальным, потому что, в принципе, какой бы мы маркетинг-план ни взяли с вами рассматривать, любой компании, всегда можно найти какие-то недочеты, либо преимущества. Преимуществ у нас много. Есть и недостатки, наверное, да. Но, тем не менее, вот есть условия, да, выполняя которые, вы можете получать доход, вы можете продвигаться по квалификационной лестнице. Преимущества мы с вами еще в конце, наверное, сакцентируем. Вот, я вам предлагаю сделать следующее, то есть ролик, который займет у вас минут 7, примерно, да, где кратко будет рассказано о маркетинг-плане, в принципе, то, что я рассказываю, тоже в пределах там, 15 минут, и потом я буду готов ответить на ваши вопросы, обсудить какие-то преимущества, вот, недостатки, возможно, да, вы какие-то найдете. Согласны с такой схемой проведения сегодняшнего вебинара? Те, кто согласен, поставьте там плюсики, либо напишите, да. Вот, спасибо вам, Эльвира, рад вас видеть. Я уже снова на месте. Вот, поэтому какие-то вопросы потом можем с вами разобрать. Итак, друзья, я тогда включаю ролик. Вот, в принципе, он качественный, информативный. А после него мы с вами... Может, у вас еще какие-то вопросы будут, не только по маркетинг-плану. Хорошо? На время я пропаду с экрана, но ролик вы сможете посмотреть. Итак, ролик по маркетинг-плану. Внимательно смотрите, может быть, тоже найдете какие-то недочеты, я не знаю. Мне ролик очень понравился. Так, что-то он у меня не запустился. Сейчас, одну минутку. Так. Ага, ну вот он прогрузился, сейчас будет ролик. Партнерская программа компании Skyway Capital – возможность, которая позволит вам начать зарабатывать уже сегодня, не имея для этого специального образования. Все, что вам нужно, это рассказывать о компании тем людям, которым вы искренне желаете успехов и процветания. Люди очень охотно присоединяются к компании, и уже более 250 тысяч человек прошли регистрацию и активно интересуются нашими общими успехами и вносят свой вклад в общее развитие. Итак, представляем вам партнерскую программу компании Skyway Capital. Квалификации партнерской программы. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, это клиент. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, знакомиться с технологией Skyway, задавать вопросы и получать ответы сотрудникам службы технической поддержки, приобретать акции и ждать выхода компании на мировой рынок. После заключения партнерского соглашения в вашем личном кабинете вы получаете статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 4 уровней своей команды. С первого уровня он получает от суммы инвестиций 15%, со второго – 4%, с третьего – 2%, с четвертого – 1%. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующие вознаграждения с 5 уровней своей команды.
С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 5%, с третьего – 3%, с четвертого – 2%, с пятого – 1%. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 6 уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 3%, с пятого – 2%, с шестого – 1%. Мастер. Условия выполнения квалификации. Мастер. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 9 уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – 0,5%. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Эксперт. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $10000. Эксперт может рассчитывать на следующие вознаграждения. До 20 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого уровня 16%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый 0,5%, с десятого по двадцатый 0,2%. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта, все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $30000. Топ-эксперт может рассчитывать на следующие виды вознаграждения. До 24 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого 17%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый 0,5%, с десятого по двадцатый 0,2%, с двадцатого по 24 0,1%. На своем экране вы видите общую схему выплат и условий по партнерской программе. Нажмите паузу и изучите более детально. Дополнительный бонус для активных партнеров. Схема выплат вознаграждения по количеству оплат в первом поколении, или другими словами, за личные продажи. Условия получения бонуса. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих 4 пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. Закупленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Пример из расчета пакета акций на $50 вы видите на своем экране. Нажмите паузу и изучите. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации – объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Особенности партнерской программы. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15.
Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 18% отлично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по уровням в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничений по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. Более подробно о маркетинг-плане вы можете узнать, посетив онлайн-встречу с Максимом Ведро, где он более детально рассказывает о каждом моменте. Расписание занятий на сайте. Также вы можете самостоятельно изучить маркетинг-план в своем личном кабинете. Как найти информацию в личном кабинете, вы видите на своем экране. С уважением, Skyway Capital. Итак, друзья, по сути дела, в коротком 7-минутном ролике дана та информация, которую мы обычно разбираем на вебинарах. И вот если те, кто из вас слушал, задавали вопросы, я знаю, отличается, не отличается от корневой и прочее, я могу сейчас ответить, но и могу, в принципе, сакцентировать внимание, начиная с квалификации. Мастер, да, и лидер. То есть у нас есть отличие от корневой компании. Если вот человек задавал вопрос, Мария Павловна, есть ли отличие и прочее, в компании РСВ маркетинг-план состоит из 5 уровней выплат, и они идут 15, 7, 5, 3 и 1. Да, то есть вот начиная с квалификации лидер, немного больше денег вы начинаете зарабатывать, если строите структуру в компании Skyway Capital. Но я ни в коем случае не хочу сказать, что тут где-то лучше, где-то хуже, потому что люди, приходящие в наши проекты, да, у них разное отношение к тому, что нужно делать. Кто-то хочет научиться строить большие партнерские структуры, при этом зарабатывать деньги. Да, кому-то достаточно быть просто инвестором и периодически получать какие-либо денежные средства. Вот. Поэтому каждый выбирает для себя, да, как в песне поется. Может, слышали эту песню? Если есть какие-то вопросы касаемо информации, которая прозвучала, ну, буду рад, если вы их зададите в нашем чате. Кто-то написал, в чем дело? Нет, Эльвира, вопрос касаемый доначисления, это вот по этому бонусу, который был в конце ролика, да, вот эти доначисления. Эти доначисления идут не за свои закупки, а именно за покупки ваших партнеров в вашем первом поколении. То есть у нас в маркетинг-плане отсутствует какое-либо вознаграждение, если вы покупаете пакет для себя сами. Я знаю, существует целый ряд компаний, которые возвращают, скажем так, часть денежных средств в виде денег, если вы покупаете какой-либо товар, либо продукцию этой компании для себя. Да? То есть, по сути дела, там процент равен, либо вы для себя купили, либо в вашем первом поколении кто-то купил, он будет одинаков. У нас нет такого. То есть, если вы купили, вы просто купили пакет акций, а ваши вышестоящие партнеры получают процент. Соответственно, вот в этом дополнительном бонусе вы получаете за каждый купленный пакет в первом поколении, как было объяснено в ролике, купили у вас пятый пакет в течение одного календарного месяца, соответственно, вы за него уже получаете на 1% больше, а за предыдущие, которые были куплены, да, доначисляется 1%. То есть ситуация начинает соответствовать, что все 5 пакетов вы купили, скажем так, по 16% получили от того, кто у вас купил. С 10 по 17, с 20 по 18, то есть, по сути дела, говорится, да, с 20 вы получаете 18%, за предыдущие 19 сверху еще 1%. И пример там был рассмотрен, где все делают инвестиции по $50, то есть, в принципе, он корректен до квалификации мастер включительно. Там за товарооборот получает $1100 в первом поколении в течение календарного месяца, вы получаете $198 начислений на бонусный счет. Ну и половина этой суммы, сделаю акцент, вам идет на акционный счет. Да, вы знаете, что у нас в маркетинг-плане есть, точнее, у нас в личном кабинете существует акционный счет, к которому нужно относиться как к подарку. Для тех людей, которые помогают компании давать информацию, популяризируют наш проект, скажем так, в обществе, которое нас окружает, помимо денег, которые вы можете зарабатывать на бонусный счет и выводить, компания вам еще, скажем, предоставляет возможность приобретать пакеты долей компании с акционного счета. Сегодня на него начисляется половина той денежной суммы, которая идет на бонусный счет. То есть 50% от тех процентов, которые положены по маркетинг-плану. Соответственно, я всегда говорю, что даже если вы проинвестировали наш проект на $15, да, у вас, возможно, не было денежных средств, не знаю, какие могут быть обстоятельства и так далее, вы стали строить партнерскую структуру, вот, вы можете стать крупным инвестором нашей компании, больше, как мы говорим, не расходуя живых денег, а живыми у нас называются деньги с основного счета компании, да,
с бонусного счета, потому что вы можете их выводить, то есть пользуясь этими деньгами, ну, либо оплаченные, которые с платежных систем, которые есть в нашем личном кабинете. Акционный счет – подарок. Может наступить момент, когда будет начисляться четвертая только часть, да, от тех денег, которые вы зарабатываете по партнерской программе, которые идут на бонусный счет. Когда-то этот акционный счет может быть вообще аннулирован, потому что Анатолий Эдуардович Чуницкий говорил еще когда, года, ну, 2 года назад, когда я пришел, что мы не будем все время дарить эти акции. В принципе, уже прошло время, когда мы кому-то что-то доказывали, пытались кого-то там уговорить, объяснить и так далее. Да? Проект развивается, у нас идет строительство экотехнопарка. Уже, скажем так, проводится большое количество презентаций, конференций в целом ряде стран и городов. Проходят переговоры на высоком уровне, на уровне там, мэрий, муниципалитетов, да? Людей, отвечающих за транспортную отрасль в целом ряде стран. И там уже никого не надо уговаривать и говорить, что, скажем так, мы что-то сделаем, что это какая-то фантастика и так далее. Люди уже думают, как это начать строить у себя в страну. Вот такой вот момент. И, наверное, то, что не прозвучало в ролике, если говорить про преимущества, да, и отличия партнерской программы компании Skyway Capital, возможно, кто-то из вас слышал название таких маркетинг-планов, как бинарные маркетинг-планы, матричные маркетинг-планы, да, то есть они существуют в мире MLM. Вот. Обычные классические, тоже, скажем так, онлайн-маркетинги, которые привязаны к выплату с уровнем, как примерно у нас как бы классика онлайн-выплат. Есть небольшое количество компаний, у которых осуществляются мгновенные выплаты за проделанную работу. Так вот, по нашему маркетингу компания Skyway Capital фактически можно отнести его к маркетинг-плану мгновенных выплат. Потому что в вашей глубине что-то происходит, в вашем первом поколении что-то происходит, да, и фактически в короткий промежуток времени, в тот же день вам начисляются денежные средства. Мало того, в огромном количестве компаний в мире MLM-бизнеса получать повышенный процент соответствующей более высокой квалификации вы сможете только, например, со следующего месяца. Вы можете 1 числа выполнить следующую ступеньку, да, по карьерной лестнице, у вас должен быть повышенный процент, но вам присвоят квалификацию только по окончании месяца, который начался. Соответственно, весь товарооборот, который вы сделаете, вы получите по тому проценту, который у вас был, а не по квалификации, которую вы вроде бы еще уже выполнили, но вам еще ее не присвоили. Кстати, во многих бинарных компаниях происходит то же самое. Там квалификацию повышают раз в неделю. Да? И выплаты в большинстве компаний, кстати, если мы копнем мир MLM вообще, в основном происходит раз в месяц, да, есть целый ряд компаний, в которых это осуществляется раз в неделю. И очень мало компаний, очень мало, где денежные средства начисляются в тот же момент фактически. Соответственно, вы можете хоть каждый день эти денежные средства выводить с бонусного счета, если у вас будет накапливаться более $30. Это ваш выбор. Либо вы можете накопить большую сумму и воспользоваться платежными системами, которые у нас есть. Вот, либо каждый день оформлять заявки на вывод, и через какой-то промежуток времени вам денежные средства будут выводиться. Вот. В ролике, в принципе, прозвучало основной объем информации, потому что как бы чего-то добавить. Может быть, что-то надо разжевать, пожалуйста, вот напишите в чате. Может, обратить внимание на какой-то момент, который... Все-таки ролик, он идет 7 минут, и, может быть, что-то не успели схватить, может быть, в чем-то не успели разобраться. А я постараюсь сейчас на эти вопросы ответить. Маркетинг действительно отличный. Есть, скажем так, моменты, которые некоторые люди считают не совсем положительными, но, к сожалению или к счастью, это условие нашего маркетинга, то, что квалификационным у нас считается первый уровень. Я знаю, что существует огромное количество маркетингов, где, скажем, существует компрессия так называемая, да, то есть если в каком-то месяце кто-то не активен, кстати, насчет активности. Те, кто знают MLM не понаслышке, знают, что огромное количество компаний, в принципе, наверное, большинство из них требуют, как правило, ежемесячной активности от каждого партнера и четкого ежемесячного товарооборота его структуры. И невыполнение каких-то обязательств, да, каких-то вот этих условий влечет за собой уменьшение процентных выплат и понижение квалификационного уровня этого партнера. Вот у нас этого не происходит, и это очень важно, потому что, в принципе, у каждого свой темп. Каждый, скажем так, для себя определяет, какое количество времени он может уделять на развитие партнерской структуры. Кто-то 3 часа в неделю, кто-то 5 часов в неделю. Как говорит Рэнди Гейдж, если у вас будет возможность выделить в неделю 7-10 часов для развития MLM-бизнеса, да, вот, для развития нашей партнерской программы, если вы будете делать простые шаги, если вы будете приглашать людей на онлайн-презентации, на живые встречи к своему вышестоящему наставнику, сами будете учиться и помогать обучаться своим партнерам, значит, у вас все это будет развиваться.
Для начала 7-10 часов достаточно. Вот. Ну а есть те, кто тратит на данный бизнес 7-10 часов в сутки. Есть такие люди, они быстро добиваются результата, быстро растут в карьере, у них крупные международные структуры. Каждый у нас определяется сам, насколько он готов принимать это участие. Но как показывает статистика вообще и MLM бизнеса, да и наших в принципе в том числе, очень активных партнеров порядка 5%. Вот. Огромное количество людей, которые просто являются по отношению к компании потребителями там, товаров либо услуг, у нас это инвесторы, которые довольствуются иногда выплатой каких-либо денег, если они кому-то что-то рекомендуют. Ну, у кого-то просто не лежит душа делать, строить данный бизнес, но это его выбор. Важно понимать, что здесь нет чего-то, скажем так, сложного, да, потому что бизнес простой. Вот. Но назвать легким его тоже нельзя. Потому что надо разобраться в информации, надо научиться просто доносить ее тем людям, которые вас окружают. Ну и желательно двигаться, скажем так, в русле, либо в схеме сотрудничества с компанией, в которой работает ваш наставник. То есть не нужно людей перегружать какой-то технической информацией, не нужно людей перегружать волшебными выплатами процентов. Да? Для них вчера это было вообще темный лес, и вы тут попытались им на листике разложить в течение часа, какие они деньги могут зарабатывать, то есть они это могут не схватить. Есть простые ролики, да, касаемо того, что вот развивается наша компания. Есть презентации, на которые знакомят, да, что вот мы продвигаем, кто мы такие, что мы из себя представляем. Поэтому если вы будете приглашать людей на мероприятия, в дальнейшем, после того, как они получат информацию, и кто-то из них заинтересуется, потому что тоже сказать, что всех 100% людей заинтересует возможность зарабатывать деньги в нашем, по нашему маркетингу, я точно вам скажу, что такого не будет. Нас и сейчас, вы видите, комнат не так много. Вот. Причем я на 100% уверен, что большая часть партнеров нашей компании в маркетинге плавают, не разобрались, не понимают его. Вот. Кто-то боится в него разбираться. Причин много разных. Коллеги, есть ли какие-то вопросы все-таки? Что мне нужно уточнить для вас? Добавлю, может быть, там, ну, не новости, а скажу следующее, что сегодня уже составлен график проведения живых презентаций в целом ряде городов и стран. Я думаю, будет сделана рассылка, да, в которой вы эту информацию получите. Вот. Я сейчас сижу, работаю с расписанием, с указанием на сайте Юницкого точного места проведения, то есть у нас тут города, это и Россия, вот я сейчас смотрю, Эстония, Молдова, Казахстан, Франция, Литва, Беларусь, несколько городов, то есть у нас было в Беларуси до недавнего времени, по сути дела, активно проводили живые презентации в Гродно, то сейчас добавился Минск, Брест, Волковыск. Вот. Далее у нас есть Латвия, как это и было уже на предыдущих неделях, предыдущие месяцы. Киргизия, Кыргызстан. Проводится презентация у нас в Финляндии. Вот тут Швеция, Германия, Швейцария. Польша, несколько городов. 6 городов. В Соединенных Штатах начинают проводиться презентации. Там есть свои сложности. Венгрия, Словакия, Бельгия. Черногория и Греция. То есть вот в этих странах, в целом ряде городов этих стран будут проходить живые презентации нашей компании. Поэтому следите за информацией, вот. Давайте эту информацию своим партнерам, новости, вы знаете, что новостями у нас можно делиться, пересылать можно с электронных адресов по своим электронным почтовым адресам ваших друзей и знакомых, да. Либо проще, скажем так, в соцсетях. Взяли новость, которая будет размещена в личном кабинете, поделились, и кто-то, может быть, придет на эти вебинары. Если вопросов ко мне нет, да, то, наверное, следующая информация по маркетингу у нас будет во вторник. 18 часов по Москве. Вот вас здесь немного, если вы пригласите кого-то из людей, которые еще не разобрались в маркетинге, то есть их будет больше, возможно, у них будут интересные вопросы, которых нет у вас, и, возможно, бы они никогда не возникли. Приглашайте этих партнеров. В понедельник будет 17 часов презентация. Также у нас еще сегодня и воскресенье будет целая череда мероприятий. Те, кто внимательно следил, у нас добавилось сейчас вебинары на английском языке. Да, то есть тоже следите за этой информацией. Англоязычных много в мире людей. На месте мы не стоим. Вы знаете, что у нас появился, скажем так, в бета-версии новый личный кабинет. И в среду мы будем разбирать, что у нас где там находится. Да, еще раз пройдемся по кнопкам личного кабинета. Это будет в 17 часов по Москве в следующую среду. Вот. Я снова как бы на месте. Рад с вами сотрудничать. Задавайте вопросы.
Ну и всем желаю успехов, отличной осени. Жалко немножко, что лето закончилось, потому что когда оно начиналось, как всегда, с придыханием, с вдохновением, отпуск, может быть, там, я не знаю, море, либо северные просторы, то, что любит. Сейчас пришла осень, пришла учеба. То есть всех детей, внуков, у кого они есть, поздравляю, скажем так, со вчерашним днем знаний. Главное, чтобы эти знания нравилось получать. На этом я заканчиваю. Спасибо большое за внимание.